Национальная команда по боксу продолжает работу на сборах в стайках. В ее составе единственный представитель нашей области Владислав Смягликов. Сейчас основная цель – сохранить форму спортсменов и сделать их тренировки максимально безопасными. 1 июня к основной команде присоединятся 12 боксеров 1998 года рождения. Федерации бокса рассчитывают охватить спортсменов разных возрастов, которые должны выступить на главных стартах года. Европейская конфедерация бокса приостановила официальное старт до конца августа этого года, и мы, в общем-то, в рамках республиканских соревнований будем придерживаться того же направления. Поэтому у нас на сентябрь запланирован чемпионат Беларуси, в октябре международный турнир по боксу в памяти Владимира Ботвинника. То есть, что касается возраста, возможно, мы проведем его по юниорам, возможно, среди молодежи. То есть этот вопрос мы более детально уже рассмотрим. И, соответственно, в ноябре этого года у нас традиционно будет проходить международный турнир по боксу в памяти Виктора Ильича Левинцева. Популяризация и развитие бокса в стране сейчас главная задача, которую перед собой ставит федерация. Открываются новые залы, улучшается материально-техническая база. В разработке программа развития в регионах и план соревнований на следующий год. В частности, мы вот сейчас вот начали сосредотачивать внимание на развитии женского бокса в стране, потому что этот спор, это все больше и больше набирает обороты, и поэтому, то есть, мы тоже хотим быть максимально в обойме в этом отношении. И вот сейчас мы вот приступили к разработке именно программы подготовки вот девочек вот в рамках СУСО.